Александра, Александра, этот плед для нас с тобою. Это и покрывало, и плед, и одеяло. Многофункциональное приобретение, которое сегодня является главным предложением только сегодняшнего дня. Юлия Колосова, фея текстиля, сама для вас нашла такую нежную, мягкую красоту, которая лично мне напоминает настоящую норку. Ой, Олечка, да, подбором премиальных вещей на канале я занимаюсь лично. Мне очень приятно в день рождения представить вам наше специальное предложение. Роскошный, дорогой, очень красивый аксессуар для вашего дома, напоминающий нам действительно мех стриженной норочки. Статусное украшение, но при этом сегодня мы говорим о многофункциональном, полезном и умном текстиле. Поэтому это не только красивая, рельефная, богатая, с тиснением фактура, но это еще и мягкая основа из микрофибры и внутри прослоечка из натурального материала, который будет очень хорошо согревать. Поэтому мы можем с вами использовать такое покрывало еще и как одеяло. То есть спать под ним всю ночь, накидывать на кресла и диваны, может быть, днем немножечко занырнуть под него, отдохнуть хотя бы, да, в часы отдыха. Mm-hmm. Потрясающее решение. Полностью простегана наше покрывало, поэтому она надежна, допустима стирка в машинке. Это материалы нового поколения, которые не боятся совершенно никакого ухода, даже машинной стирки. Очень красивый. С одной и с другой стороны. Мне нравится. То есть, получается, надоела одна сторона, перевернули на другую и так далее попеременно. Друзья, смотрите. У нас сегодня представлено несколько размеров, нестандартные размеры. Послушайте, пожалуйста, есть полутораспальный размер, есть двуспальный размер, есть евроразмер. С ними вы все знакомы. И сегодня еще появляется дополнительный размер Европлюс. Юлечка, расскажи, пожалуйста, про него, что это значит? Да, расширенная размерная линия позволяет использовать, ну, в каждом уголочке дома. И Европлюс, на который Оленька обратила внимание, будет по размеру 250 на 220. Mm-hmm. То есть вы с бортиками в пол закроете даже огромную вашу красивую кровать в спальне, большое ложе. И будет кровать выглядеть действительно по-европейски, стильно и очень современно. Оттенки этому способствуют. И давайте посмотрим, какие цвета вы сегодня можете подобрать. Мне нравится, что все цвета однотонные, ненавязчивые, да, не слишком яркие, спокойные, да? Итак, сиреневый оттенок, цвет свежести, на мой взгляд, достаточно яркий оттенок, хороший акцент. Есть цвет какао, если у вас коричневая мебель, на мой взгляд, прям идеально будет перекликаться именно цвет какао. Молочный цвет для расширения пространства, нежный оттенок, в котором так и хочется раствориться, очень красиво, прям нежная-нежная комната стала. Есть у нас еще и бежевый цвет, слушай, он с золотинкой, симпатичный. Да, будет согревать, это будут ваши лучики тепла. А если вы текстильные гурманы и любите необыкновенные оттенки, выбирайте лиловый. Посмотрите, какой жемчужный блеск у него. Придает mm-hmm. прям объем помещению. Кровать выглядит по-царски заправленной. Посмотрим, какие еще оттенки у нас есть. Есть цвет серый, главный цвет года. А этот цвет переходит как базовый и в 22-й. Вообще, я вам должна сказать, что вся палитра у Александры в этой коллекции вся есть в сетке Pantone. То есть это трендовый интерьер. Вот он серый. Я обожаю прохладные тона. Они всегда выглядят очень дорого, стильно. И хорошей базой являются для всех других аксессуаров в вашем доме. Вот такие кофейные оттенки у нас есть. Мы подобрали для вас всю палитру на любой вкус. Посмотрите, какая красота. Действительно, как дорогая норка. И посмотрим, как на диване выглядит Александра. Перемещаемся в импровизированную гостиную. И здесь у нас нежный лиловый оттенок. Накиньте, как сделала я, по-европейски, с напуском на пол. Поставьте стеклянный столик. И вот уже интерьер вашей мечты. Как будто вы листали сейчас обложку журнала и получили тот же самый интерьер, что и видели в глянце. Полутораспальный, двухспальный евро и евро плюс. Расширенный размер линия уникальной коллекции Александра сегодня для вас. И, конечно, главной особенностью этого прекрасного специального предложения является необыкновенная рельефная фактура. Здесь у нас эко-мех, это осенний-зимний тренд, простеган так, что без цвета, а только за счет рельефа мы получили выразительную такую красоту. Стежка здесь безниточная, получается очень богатый объем с 3D-эффектом. И однотонное покрывало заиграло, как лепнина. Очень красиво, мне нравится. Вот и вензеля ненавязчивые. Знаешь, очень. Если бы все это было на контрасте, разными цветами обыграно, ну не все бы себе позволили такой в интерьер. А здесь как-то ненавязчиво, красиво, очень благородно смотрится каждый цвет. Вот 1999 рублей стоит сегодня плед Александра. Друзья, это самая выгодная покупка только одного дня. А теперь, друзья, хочу вам сказать. Вот в прошлый раз, когда мы впервые представили этот плед, было продано более 600 таких пледов за
9 минут презентации. Вам он очень полюбился. Уверена, сегодня вы его приобретете с удовольствием, потому что долго не было в прямых эфирах. В честь праздника действует скидка 41%. Успейте. Слушай, вот смотри, я хочу тебя спросить по поводу вот дизайна, да, вот этого спокойного. Вот, например, моя соседка, я когда к ней в гости зашла, у нее все в белых тонах, все спокойное, и пледы, и покрывало, не навязчивые, не яркие. И знаешь, как-то вот действительно в комнате, в квартире какое-то умиротворение. Мне прям понравилось. Без лишних вот этих вот ярких вот исполнений. Да, дизайнеры говорят, цвета спокойного уюта, все верно. И серый в этом году является главным цветом, переходит в базовую палитру 22 года. И именно пастельная гамма сделает ваш интерьер очень культурным, такой изысканный минимализм, европейский шик. Посмотрите, как интересно простегано, и каретная стяжка у нас есть здесь. И очень красивые вензеля стиля барокко в рельефе и в объеме. Дорого, статусно и очень ненавязчиво, это верно. Значит, в любой интерьер абсолютно подойдет. Но здесь еще и конструкция, да, очень интересная у покрывала. Вот, Олечка, обратила внимание, какое оно мягкое? Мягкое. Слушай, ну вот, знаешь, вот эта мягкость, мы же с тобой столько всего перетрогали. Ух, я за 15 лет много. Много пледов побывало в наших руках. Но этот плед, он, конечно, особенный. Вот если глаза закрыть, напоминает прям норку. А расскажи, вот как создается такая фактура, напоминающая натуральную? Это так и есть. И еще отблеск этот действительно как будто вы в шубку укрыли ваш диван или кровать. Это трикотажное ворсовое полотно с коротким ворсом, с обработкой антипылевым и антигрязевым составом. Поэтому даже являясь ворсовым, это полотно не будет скапливать пыль, но при этом будет дарить самые приятные, самые мягкие ощущения. Внутри прослоечка из материала, который согревает, современный материал, и микрофибровая, нежная, хлопковая здесь микрофибра, ну то есть она выполнена с прикосновением как к хлопку, будет помогать вам укрыться и, собственно, использовать его даже как одеяло. Да, по здорово. Сути, это зимняя и летняя сторона. Многофункциональный, да, умный текстиль. Умный текстиль, который сегодня по доступной цене, который действует только сегодня. 4 размера: полутораспальный, двуспальный, евро и евро плюс. Огромный размер, который подойдет и для вашего дивана. Давайте зайдем к вам в комнату, в спальню, посмотрим, какой там у вас покрывало. Уверена, вы давно мечтали его обновить. Сегодня вы сделаете это. Ведь несколько цветов на выбор. Ненавязчивый оттенок, который подойдет любой интерьер. И эффект норки, нежный, мягкий, вам непременно понравится.